Привет-привет! С вами Нелогичный Лис, и сегодня мы начинаем прохождение игры под названием Where Am I? Что на русский язык переводится как «Где я?». Ну что ж, я не знаю смысла этой игры. Возможно, нам придется пройти какой-то лабиринт или что-то в этом роде, но игра заявлена как некий инди-хоррор, во всяком случае, как я читала о ней на скачивании. Ладно. Возможно, нам придется поискать какие-нибудь предметы, вещи. Так, погодите, мне показалось или тут же был выход? Вроде, должно быть, мне показалось. Вот. Я, честно, не представляю, как видите, игра сделана в таком очень минималистичном варианте своем, все такое серое, и текстуры такие крайне простые. Ну, что ж, это должно создавать наверняка какую-то свою атмосферу. Ну ладно. Давайте все-таки посмотрим. Что-то у меня так рябит в глазах. Так, нам сюда. Такое ощущение, как будто... Я не знаю почему, но мне кажется, как будто меняются эти коридоры все. То ли мне просто кажется, то ли это правда... О, вот, смотрите. Куда-то мы вышли, да? Ну, давайте, пойдемте сюда. Тут какой-то вроде длинный коридор. А! Эй! Эй! Эй, ты! Да нет, вы что, серьезно, что ли? Так, а если я три раза там провернусь? Раз, два, на... Нет? Так, вы слышали? Что-то какое-то дыхание было. Эй! Эй! Да вы что? Да вы что, серьезно? Игра заключается в том, чтобы выйти из лабиринта, а в это время у тебя из-под носа уходят ходы или что? Так, слава богу, вот. Дверь не убежала от нас никуда. Да... А, ладно, я поняла. Смысл игры, в принципе, легко осознать все это. Просто надо не отворачивать камеру, и вход никуда не денется. Я так понимаю это все. И мне такое ощущение, как будто почему-то экран начал сильнее рябить. Я не знаю, с чем это связано, честно говоря. Тут... ничего, в принципе, не происходит, кроме исчезновения дверей или коридоров, или что это, как это можно назвать. Ну, хорошо. Ну, хорошо, ладно. Ну и что? Что? Нам просто надо вот так бродить? Это не очень интересно. Я выбрала эту игру, надеюсь, что все-таки хотя бы первое снятое видео будет каким-то более-менее занимательным, что ли. Но нет, должно быть, мы немножко оплошались. Ну да ладно, ничего страшного. Да. Не показалось ли там что-то такое пробежало? Нет, 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 показалось мне, да, нет. Нет, вы посмотрите, серьезно, экран так рябит, что я уже практически ничего не вижу. Эй, да хватит уже, господи, куда идти-то? Так, сюда, хорошо. Хорошо. И что? Так, кто-то мне дышит там над ухом. Кто-то дышит над ухом. Так, вот коридор. Я не знаю, друзья, слышите ли вы эти звуки или нет, но я сижу в наушниках, и я прекрасно слышу, что... Кто-то не тут зовет меня или не то... Мы ходим кругами, нет... Слушайте, эта игра какая-то странная, она немножко не то чтобы действует на нервы. Так, господи, я уже боюсь собственных каких-то шагов, собственных теней. Вот, ну просто она... Во всяком случае, идет вразрез с тем, что я представляла себе будет здесь. Я ничего не вижу, ничего не вижу. Так, лампочка. Ой. Ой, а посмотрите, темно стало, ничего не видно. Так, лампочка, лампочка. Так, я пойду. Здесь должен быть где-то вход, я просто реально ничего не понимаю.
Ну хорошо, мы в темноте, и вот есть лампочка. Я хожу спиной вперед, чтобы попытаться найти выход. Но я ничего не вижу. О боже! Извините, друзья. О боже, извините меня, ребята, но это было так неожиданно, что я просто нажала на выключение. Так как в игре нету никакого меню, мне пришлось... Просто игра закрылась и все. О, господи, это было очень неожиданно. О, боже мой, мамочка. Ну ладно. Что ж, такое у нас получилось первое видео. Очень коротенькое, но не менее забавное. Надеюсь, вам оно покажется интересным. Надеюсь, оно вам понравится. В любом случае, берегите себя, будьте умничками. И увидимся в следующем летсплее. Пока-пока!